Задачка на логическую ассоциацию. Всего лишь две цифры. 31 и 18. Подумали? 31 – это номер статьи Конституции и число. А 18 – это временной период. В 18 часов на Триумфальной площади. Сейчас, наверное, будут пресекать. Но попробуйте пресечь поэзию протеста, когда каждый в душе, если не Маяковский, то хотя бы персонаж Зощенки, искренне дружащий с начальством, как, например, хитросплетенный дружинник. Откуда вы вообще пришли, вот такой дружинник? Вы защищаете Владимира Владимировича? Нет, мы же ведь, так сказать, московская организация, поэтому нацелены для наведения правопорядка. Поэтому здесь дело не в Владимире Владимировиче, так сказать. А вы какого Владимира Владимировича имели в виду? Ну, я не знаю, вы какого. Ну, просто Маяковский тоже Владимир Владимирович. А, ну, если в этом смысле. Ну, вообще, я сейчас не могу давать интервью, потому что мы уже, так сказать, я сейчас... Вы на каком-то предприятии работаете? Разумеется, конечно. Вас по разнарядке прислали, что ли? Нет, дружина. Это, то есть как... По разнарядке? Ну, разумеется, конечно, конечно. А кто приказал, начальник? Ну, это я не знаю. У нас там просто своя, так сказать, схема, поэтому это самое. А беспорядки уже есть, как видите? Ну, пока, вот видите, пока все нормально. Если вы считаете, что в России совсем не уважают писателей, то вы в корне не правы. Вот этот экземпляр, например, персональный лимузин Эдуарда Лимонова. Его уже который раз увозят на этой машине по 31 числам. Он в журнале, да? Все. Поэтов в России тоже уважают. Это революционный поэт Владимир Владимирович Маяковский. Смотрите, как его уважают заборами и автозаками. Но поэзия все равно витала. Она жгла души и брала в объятия, утаскивая все живое. Если не в полицейский автобус, то хотя бы в поднебесье мечты о самом сокровенном. У нас последние отнимают, им все не нравится, не то. И герб советский уничтожают, и национальность заодно. Рождаемость у нас упала. Товарищи, вы мешаете мне работать. И будет мир с его насущным хлебом, с забывчивостью дня. И будет все, как будто бы под небом и не было меня. Люблю Цветаеву. Здравствуйте все! Очень рад вас видеть. Эдуард Лимонов оказался чужим на этом празднике. Он шустро прошел пару сотен метров, но его прозаический пыл охладил полицейский, предложивший едва ли не в рифмах: «Вениаминыч, ты чудак, пройдем со мною в автозак», и увлек за собою, оставляя шлейф девичьей недосказанности. Чуть позже к любви примешалась кровь, как рифма. Если кто-то любит, кровь прольется всегда, особенно если это кровушка провокатора. Но и его побили как-то стыдливо, так ничего и не сломав. В отместку за него повинтили гражданского активиста. Вот, собственно, и вся любовь. Грубая проза в устах обнаглевшего диктатора диктует мысль немедленно перечеркнуть поэтическое ненавистное слово «свобода». Но я знаю, город будет, я знаю, садут свесть, пока такие люди в стране советской есть. В данном случае в Российской Федерации. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.